Безлюдное небо. Приветище, старина. Мы с тобой находимся на какой-то непонятной планете. Чего мы здесь забыли, я не знаю. Как меня зовут, я не знаю. У меня провалы в памяти. И кажется, нам с тобой скоро настанет криндец, потому что мы попали под кислотный дождь. У нас щит ослаблен. Точнее, его сейчас скоро уже совсем не будет. И мы с тобой, кажись, тут погибнем. Так, какие-то контейнеры, там, наверное, мои вещички. Давай откроем. Поврежденный контейнер. Чтобы открыть, уберите поврежденные компоненты и обломки. Ржавчина. Ага, на замке ржавчина, ее нужно убрать. Целые горсти проржавевшей металлической трухи. Итог долгих лет недосмотра. А, погоди, так это не мой ящик получается. Или я здесь уже слишком долго? Ладно, давай ржавчину убираем. Смотри, могу это убрать в экзокостюм или в звездолет. Да ладно, у меня и звездолет. Только звездолет в недосягаемость. Ладно, в экзокостюм убираем. Опачки. Открыл. Сжатый углерод. 8 штук сжатого углерода я достал. А это что такое? Давай осмотрим. Продвинутая ионная батарея. Отлично, у меня есть батарейка. А это что? Дигидроген. Дигидроген является ключевым компонентом взлетного топлива для звездолета. Ой-ой-ой-ой. У меня щит закончился. Все. Капец. Нужно выживать. Давай включаем сканер. Сканер. Да чтоб его, сканер поврежден. Да ладно вам. В топку сканер. Я сейчас скоро откину кони. Как мне говорят, собери ферритную пыль для ремонта сканера. Где мне ее достать, если у меня сканер не работает? Ферритная пыль, чтоб ее. Ай-яй-яй. О, подожди, а может она в камне? Давай попробуем. Достаем свою мегу-пушку. Так. Ферритная пыль, действительно, она в камне содержится. 75 единиц ферритной пыли надо собрать. Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Где еще? Камни, 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 где же вы? Во. Опачки! Рейнджер прилетел! Здешний! Ай-яй-яй-яй-яй, бежим! Вот мне еще этого не хватало! Что ж за день-то такой неудачный? Валим! Бежим! Фух. Все, отстал. Да, вроде бы отстал. Надо подальше убежать от этого дрона. Это, короче, дрон, который охраняет эту планету и не дает собирать здесь ресурсы. Если он меня запалит, то мне криндец. Блин, мне, по-моему, так и так криндец. Камень. Здесь есть пыль. Ферритная пыль, огонь. Ай! Мы выходим во тьму, куда никто другой не пойдет. Так, поколение 1. Да, я переродился, типа. Начинаем с чего? Сразу собираем ферритную пыль. Ферритная пыль. Это типа, знаешь, дубль 2. Как в фильме, если что-то не получается, надо со второй попытки точно это сделать. Знаешь, в чем прикол? То, что мой расщепитель тоже, между прочим, имеет заряд. И сейчас в нем 46% заряда. И если он у меня закончится, мне придется искать батарейки для моего расщепителя, который я фиг знает, как добыть. Все, есть. Огонь. Мы собрали достаточно. О-о-о, тихо, не это. Ты видал? Опасное растение, между прочим. Значит, заходим в свой инвентарь и надо починить сканер. Сканер. Ремонтируем. Давай. Огонь. Фух, теперь у нас есть сканер. Значит, что у нас дальше? По плану. Что дальше? Ремонт мультитула сканера завершен. Отлично. А как мне от токсинов-то избавиться? Обнаружен сигнал звездолета. Это круто, конечно, но как бы мне щит починить? Защита от
Опачки, вон там смотри. Исследовать сигнал звездолета. Это здорово, конечно. Пойдем к звездолету. Вы шутите, расстояние 622 метра. Ух, это будет не ближний путь. Особенно пешочком. Дрон, может ты меня подкинь? Ух ты. Спасибо, что подсказал, что тут что-то есть. Так, я надеюсь, что если я начну в этом рыться, ты меня не пристрелишь, да? Давай попробуем. Требуется атлас, пас. А, карточка нужна, чтобы открыть вот эту бандурину. Откроем тогда ящики. Натрий нашелся. Все, у меня сейчас капец. Так, надо заглянуть в инвентарь и перезарядить мой сканер. Точнее, щит. Для того, чтобы зарядить, нужен натрий, нитрат натрия или ионная батарея. У меня же батарейки были вроде бы, да. Я же доставал. А, это до гибели, да. Значит, натрием. Давай, натрием заправляемся. Все, что ли? Да ладно, у меня было 10 натрия, и я... Офигеть, 10 натрия, это всего 20% заряда щита. Капец. Где мне достать натрий? Натрий, где же ты есть-то? Давай попробуем расщепить растение какое-нибудь. Вот, например, грибы. Нет, грибы это точно не то, там нету натрия. А вот это вот, здесь есть углерод. Так, давай-ка попробуем. Углерод. Это как-то меня совсем не радует. Ладно, я понял. А если мы попробуем расщепить вот эту штуку? Это что? Это камень. Погоди, у нас же сканер есть. Давай сделаем вот так. Аж кристаллы дигидрогена. Там у нас... Подожди, сканер. Да. Сканер, короче, быстро сдох. И я не успел посмотреть, что где находится. Поэтому поскорее бы добежать уже до этого звездолета. 300 метров осталось. Короче, бежим туда. Смотри, нажимаем на тап и смотрим. У меня, короче, две системы жизнеобеспечения. Это вот эта вот система жизнеобеспечения сама, собственно, которая снабжает меня кислородом. И защита от вредных факторов. Своего рода просто щит. Ну и также у меня есть реактивный ранец. Мы еще с тобой на нем не летали, но давай попробуем. Вот так вот. Кстати, я не знаю, если я с очень высокого расстояния упаду... Опачки, смотри, что это там такое светится. НЛОшка, что ли? Да ладно, это НЛО. Офигеть, там что-то явно есть. Ладно, короче, не тратим время. По пути, короче, надо собирать всякие реаген... О, дигидроген. Давай-ка его соберем. Может, он мне пригодится, не знаю. Дигидроген нам с тобой понадобится, как мы уже узнали, для топлива звездолета. Так что это полезная вещица. Почти. Сейчас я быстренько. 120 метров осталось. Ух, давай. Нифига себе, да у меня тут целая база, смотри, с флагами, со всякой лабудой. Я уже не могу бежать. Дружище, дрон, довези меня. Давай, чуть-чуть осталось. Ну же. Ну. Давай, сейчас быстренько залазим в него. Залазим. Чё? Итерация номер... Та-та-та-та действует. Подключение к атласу. Неустойчивое. Взлетные ускорители отключены. Импульсный двигатель отключен. Блин, у меня хоть что-нибудь работает здесь, а? Мой экзокостюм привел меня к разбившемуся звездолету. Панель управления реагирует на мои прикосновения. Видимо, этот корабль принадлежит мне. Я ничего о нем не помню. Собственно, я вообще ничего не помню. Так, понятно, у нас, значит, склеротик. Мы играем за склеротика. Капец. Как же тебе память отшибла? Журнал номер 4925А. Нет доступа. Замещение данных. Экзокостюм подключено. Предложение. Пилоту стоит регулярно выполнять ремонт. Выберите желаемый путь ремонта. Ну, давай отремонтируем систему, чё? Протоколы саморемонта. Запуск. Импульсный двигатель. Критически поврежден. Нужно отремонтировать. Для этого нужен герметик и металлическая обшивка. Ух! Герметик. Слушайте, ну тут как бы рядышком гипермаркета нету, тем более строительного. Где я могу купить герметик? Чтоб вас... Металлическую обшивку. Ну, может, я где-нибудь отдеру тут металлическую обшивку. О, смотри, у меня в самолете щит перезагружается. Ну, сейчас он тогда пополнится, и мы полезем. Блин, тут так хорошо. Там дождик идет, а в звездолете мне хоть бы что. Посмотри, какие тучи бегут, синие, темные такие прям. Как будто сейчас тут начнется одище полное. Ладно, щит перезарядился, вылазим. Короче, нам с тобой сейчас нужно отремонтировать импульсные двигатели.
Нужно собрать ферритную пыль 50 штук. Как мы с тобой знаем, она скрывается в камне, да? Вот камень. Там вон дрон летает, скотина. Надеюсь, он меня не запалит. Давай-ка соберем пыльцу. Для чего, собственно, мы сейчас с тобой собираем ферритную пыль? Она нужна? Что-то, кажись, конкретный одец начинается. Дождь усилился. Нефритная пыль еще также нужна для создания металлической обшивки, поэтому... Ого, какой здоровый, смотри, бродит. Надеюсь, он меня не сожрет. Короче, собираем пыль для того, чтобы сделать металлическую обшивку. Для самолета. Ту, звездолета. Смотри, какой тут рядышком бегает. Нифига себе, он длинноногий, а. Мы собрали пыль. Сейчас попробуем сделать металлическую обшивку. Так что, как мне ее сделать только? Пойдем-ка мы с тобой подойдем к звездолету. Может, у меня там какие-то инструменты есть, я не знаю. Кстати, я еще не проверил вот эти штуки, смотри. Я про них совсем забыл. И давай еще раз зайдем в инвентарь. Нажмем на пустую ячейку и... А, вот она, смотри, точно. Создаем эту металлическую пластину, одна есть. Отлично. А сколько мне всего металлических пластин нужно? Подожди, походу одну нужно было. Закрепите металлическую обшивку на импульсном двигателе. Знал бы я, где этот импульсный двигатель. Я такой инженер, слушайте, всего три... Три класса образования. Я в машинах-то еле разбираюсь. Автомеханик, блин. Давай-ка залезем в звездолет наш обратно. Значит, открываем таб, открываем импульсный двигатель. И вот она точно, пластина металлическая, огонь. Да я вообще механик-инженер звездолетов. Тьфу, ерунда полная. Ну вот, до полностью рабочего состояния я ее восстановил, эту пластину. Выходим отсюда. Так, что это такое? Интеграция номер дрободолода функционирует. Огонь. Критическое повреждение звездолета. Отсутствуют важные составляющие, например, невозможно синтезировать требуемые компоненты. Для работы импульсного двигателя требуется герметик. Давай попросим помощи. Надо, я не знаю, где этот герметик достать. Прошу помощи. Рекомендация. При анализе интерации поблизости обнаружен герметик. Извлеките навигационные данные из ячейки аварийного маяка. Нифига себе, герметик! На какой-то далекой планете нашелся герметик! Как мне это вообще повезло! Просто я lucky boy. Я хотел проверить вот эту штуку. О, погоди, так мне к ней и надо идти. Это аварийный маяк. Все ясно, это аварийный маяк. Давай попробуем извлечь из него данные. Сценарий интеграция номер та-да-да-да. Передано удалено. Вероятно, ошибка разделения границ. Судно 16 опустошено. Вторжение стражей. Намеренная передача. Неизвестно. Господи, что он несет, этот маяк? Диагностика. Нет связи. Анализ. Ожидает новой интерации. Сдержание аномалии подготовлено. Ну давай, транслируй. Обнаружена аномалия странника. Это как понять? Положение зафиксировано. Инициализация проверки целостности системы, аномалия уступает. Я заглядываю внутрь корпуса маяка. Он способен не только передавать сигнал бедствия. Внутри него есть модуль навигационных данных. Так забери его, тупица! Все, навигационные данные у нас. Теперь нужно создать усиливающую антенну, чтобы эти навигационные данные туда затолкать. Воу-воу-воу, ребята! Блин. А, нет. Лазером, походу, бесполезно в них пулять. Господи, надо собрать 15 натрия. Где мне этот натрий искать? Сканер выручай. Натрий, натрий, натрий. Не вижу там, да, где гидроген. Это не то. Натрий. Да что, рядом натрия нету, что ли? Воу, смотри там что. Что это такое? Вон туда, смотри, вон туда. Какая-то пристройка на грибе или что? Я туда хочу сходить. Но прежде давай сделаем сканирование. Натрий. Натрия нифига нигде нету. Опа. О! H2O. Точнее, O2. Пойдем-ка соберем. Обнаружена местность. Регион планеты Сайл М15. И что мне это дало, непонятно. Кислородик у нас есть. Углерод мы можем собрать, но мне не нужен. Сейчас мне нужен натрий. Бежал и наткнулся на какие-то ящики. Пойдем откроем. Их тут довольно много раскидано, между прочим. Выбираем ржавчину.
что же нам там попадется-то? Сжатый углерод. Тоже пойдет, пригодится в быту. О, что это за растения такие? Что-то мне кажется, я очень далеко убежал от своего звездолета. И это очень плохо для меня. Вон, смотри, база, про которую я тебе говорил. Ну-ка, побежали туда. Сейчас разберемся, что это за база такая. Офигеть! Очуметь, какая... Какая-то здоровая база на два человека, что ли? Пойдем-ка туда в гости зайдем. О, а это что такое? Пещерная тыква? А как мне ее собрать? Лазером? Давай-ка соберем. Может, это есть можно, не знаю. Смотри-ка, я пришел на эту базу, и у меня сразу пропал сигнал звездолета. Не удается обнаружить звездолет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо, короче, сделать усиленный сканер. Так, если я сюда зайду... Что? О, прикинь! Как я удачно зашел вообще, а? Здесь щит восстанавливается. Значит так, нам нужно с тобой сделать новый анализирующий визор. Точнее, усиливающий. Специализированное устройство для исследования и открытий. Ну, вот, выбирай его. Все, он установлен. Ну что, анализирующий визор у нас готов, его нужно теперь испытать. Но прежде я хочу извлечь наниты. Голографический архив. Давай-ка посмотрим, что там у нас есть. Открывается архив. 6 журналов, повреждено из 7. Так, воспроизведение записи номер 4924А. Никто к... Делаю запись на случай помехи какие-то. Приходится покинуть внутри фабрикатора, может пригодиться. Что? Визор поврежден, не могу найти корабль. Давай-ка мы заберем припасы лучше. Запись в журнале заканчивается, машина оживает и выдает припасы. Теперь у меня есть герметик для ремонта корабля. Прикинь, как я вообще это место нашел без этого, как его? Без навигатора. Я даже навигационную систему не сделал. Капец. Я взял и нашел этот герметик. Офигеть. Я не знаю автора сообщения, которое привело меня сюда. Возможно, в свое время он оказался в той же ситуации, что и я. Здесь, в принципе, больше нечего делать. Пойдем, выйдем. И зайдем в другой жилой отсек. Вот сюда. Опачки. О, как здесь все раскидано. Ладненько. Давай выходим. Хочу... Нифига себе, у нее тут тарелка даже есть. Хочу глянуть, что тут у нас в коробке. Коробка разломана. Чего? Сохранить и нанести на карту? Что это такое? Ну давай сохраним. Воу-воу-воу. Что-то я сделал. Нам же нужно визор еще испробовать. Давай нажмем на буковку F. Вау, вау. Круто. Смотри, залежи чистый феррит. Там у нас какие-то яйца лежат. А это что у нас такое? Опасная флора. Чистый феррит. Блин, круто. Надо было этот визор уже давно сделать. А вон там вот наш звездолет. Ух, ну все, бежим к звездолету. Натрий! Где? О! Богатое натрием растение. Офигеть, я нашел! Оу! Нифига себе, как это я так грохнулся в какую-то пещеру! Капец! Блин! А, вон там выход вроде есть. Или что там? Жесть! Как это я так грохнулся? Ой-ой-ой-ой. О, что это такое? Подземная реликвия. Ну-ка, давай соберем. Кстати, у меня тут щит восстанавливается, офигеть. Да, и туда я, кажется, не проползу. А я могу ползать? Нет, ползать я не могу. Офигеть, я сейчас столько жизек потерял. Я так грохнулся, я думал, я сейчас что-нибудь сломаю. Хорошо, что я успел джетпаком немножечко воспользоваться. Так сказать, амортизировал себе падение. Что-то... Опасная флора. Это натрий. Вы шутите? Это натрий? Давай-ка мы ее просканируем с тобой. Действительно, там есть кислород и натрий. Но она испускает яд. Так, а что если мы вот так сделаем? Мне кажется, что... чуть-чуть не хватило. Мой расщепитель помер. Надо его зарядить. Так, расщепитель. Чем же тебя зарядить? О, отлично. У нас здесь есть углерод немножечко. Углерод и сжатый углерод. О! Ну, давай продолжим. Есть! Натрий! Три штуки сразу получил. Фух, наконец-то я собрал натрий этот.
Короче, я понял, все, что испускает яд, там есть натрий. Теперь я буду в курсе. Так, как бы мне теперь отсюда выбраться? Вон там вроде бы я выход вижу. Да, действительно, там есть выход. Где наш звездолет? О, по-моему, это растение, оно богато кислородом. Надо бы его подобрать. А, нет, это натрий. Офигеть. Ладно, заберем. Наконец-то я к нему вернулся. Прям что-то из него какой-то фейерверк посыпается. Фух. Сейчас остановлю щит и займусь созданием навигационной системы.